Доброго дня, меня зовут Юрий Туменко, я живу в городе Мелитополе, это в Украине. Сейчас нахожусь в Крыму на спецтренинге. Хочу познакомить вас с человеком, который в свои годы сделал для себя замечательный вывод, выбор, и будете немножко удивлены. Сейчас переведу камеру, парень представится, расскажет, откуда он, чем он занимается и почему он этим стал заниматься. Представься, пожалуйста, кто ты, откуда, сколько тебе лет? Меня зовут Никита Дурунда, я из города Бобруйска. Это где? Это Беларусь, Могилевская область. Да, сколько тебе лет? Мне 13 лет. 13, представляешь? С ума сойти. Да. Вот. Зачем приехал сюда, в Украину? На спецтренинг. А что это такое? Ну, это как бы собрание, совокупность людей, там, где все работают и друг другу помогают. Все ходят, спрашивают, учатся. Учатся. А чем ты занимаешься, что за тема и почему ты в ней? Ну, что за тема? Тема топливная. Топливная тема, да? Да. А занимаюсь почему? Ну, мама мой тоже сетевик, поэтому если бы она не была, то я здесь не был. Ты бы не был, да? А почему именно в этой теме, почему именно топливная тема и почему тебе это легко дается? Ну, здесь общаться много нужно. Общаться каким образом? Я общительный. Ну, в интернете общаешься, заводишь тему, потом уже, ну, само по себе, к слову, как говорится, ну, ты тест-драйв заводишь человек. И все, больше после, ничего не нужно, да? После того, как завел человека на тест-драйв, если у него есть вопрос, если он хочет участвовать в бизнесе, ты просто отдаешь его спонсору, и он, как говорится, из него котлеты делает. Да, и получается новый партнер или новый клиент, я правильно понимаю? Да, все правильно. Вот, скажи, пожалуйста, ты какие результаты хочешь здесь достичь? Большие. Большие, да, и много зарабатывать, я правильно понимаю? Я правильно понимаю, что это, наверное, легкий бизнес, и любой может даже в твоем возрасте здесь зарабатывать деньги? Да. Спасибо любой. Большое. Смотрите, Билл Гейтс начал в 7 лет, так что я чуть-чуть опоздал. Ты чуть-чуть опоздал. Ну, спасибо большое тебе за такие замечательные фразы. Вы увидели молодого парня, который работает в нашей топливной теме, который знает, что у него все получится, и любой из вас тоже может сделать то же самое. Поэтому подключайтесь, не смотрите на ваш возраст, связывайтесь с нами по тем данным, которые мы оставили внизу под видеороликом, и мы объясним, каким образом вступить в нашу тему и как зарабатывать деньги в интернете легко и просто. Всего доброго, до встречи.